Григорий Гробовой в произведении «Учение Григория Гробового» в параграфе 2.1.4, который называется «Спасение при любом сочетании событий», говорит: «Каноном моего учения, то есть основным и главным элементом, является достижение спасения при любом сочетании событий. То есть вы должны так поставить задачу и реально ее решить, что значит вы должны достичь спасения в любом случае. И с точки зрения моей собственной практики, когда я восстанавливала людей уже физически разрушенных, я могу сказать, что при определенном подходе и достаточной работе всегда можно полностью событие восстановить с точки зрения нормы этого события. То есть мир устроен так, что фактически вы имеете всегда только лишь норму, максимально приближенную к вашей цели. И поэтому в связи с этим мои технологии, они именно таковы, что вы должны научиться и должны уметь спасать на основе любого сочетания событий. Произведение учения Григория Гробового создано Григорием Петровичем Гробовым в 2001 году.